Взаимодействие государства и гражданского общества. В Петропавловске прошел семинар-тренинг, на котором презентовали новый проект «Коргау». Его цель – обеспечить бесплатную первичную защиту прав граждан. Для этого по всей стране будут работать больше 200 юристов. В регионах откроют консультационные отделы. Алена Хан расскажет подробнее. Петропавловск стал первым городом в Казахстане, в котором проводят такой семинар-тренинг. Принять в нем участие пригласили руководителей районных отделов внутренних дел, представители неправительственных организаций и гражданского альянса. Им презентуют новый проект, благодаря которому казахстанцы смогут бесплатно получать юридическую помощь и защищать свои права. Специально для этого разработан сайт korgau.kz и открыты консультативные центры по всей стране. Каждый гражданин может, во-первых, посмотреть не только кто находится в трудной жизни, вообще каждый гражданин может открыть сайт и по разным направлениям посмотреть, как себя защитить. То есть неважно, автомобилист он или правопотребитель, или насилие, или еще какой-то другой вопрос. А к концу сентября разработчики обещают запустить мобильное приложение. Кроме того, 200 адвокатов будут бесплатно оказывать юридическую помощь на всех этапах. В этом году Министерство информации и общественного развития через гранты выделило большую сумму для того, чтобы через проект «Правозащитник», чтобы во всех районах, городах оказывали первичную юридическую консультацию для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Запустили проект 1 августа. За это время на рассмотрение поступило порядка 50 дел во всех регионах Казахстана. Алена Хан, Адиль Нуржанов, новости МТРК.